живут на ВДНХ. Здесь даже экскурсии кто-то проводит. Мы сейчас войдем через середину. Вот такой здесь потолок. Это уже не потолок. Давайте посмотрим на плакат, куда нам идти. Нам идти на золотую осень. Эй! Пошлите посмотрим. Девочка указала, что нам туда. Девочки, если вы устали, вы можете купить и поесть, попить, отдохнуть. Блогер подходит какой-то. Знает, что за видеоблог, ставьте лайки и пишите в комментариях, может это не видеоблогер, не знаю. Вот здесь люди уже кушают те самые пончики. Здесь небольшое меню, там еще, если я не ошибаюсь, есть Макдональдс, но нам не... в сторону Макдональдса здесь Грека Гурос. И здесь, естественно, есть туалет. Ну как же без туалета? Вышка номер один для профессионалов животноводства в России. 5-7 февраля. Мы уже доходим до Макдональдса. Оказалось, что их где-то здесь должно быть два. Кто ходит в Макдональдс, жмите лайки. Я хожу, но не всегда. Здесь еще есть детская площадка. Вот туда прямо идти, это Макдональдс, а здесь детская площадка. Здесь очень интересная детская площадка. Обязательно на нее, может быть, на обратном пути схожу. Сегодня 9 октября. Мы уже почти дошли. Скорее всего, прямо в этом зале, там где впереди, будет там наше мероприятие. Будет проходить наша выставка. И может быть, если получится, я сяду на барана и подаю корову. Здесь такая, не знаю, сцена, не сцена, очень похожа на сцену. Людей здесь уже натолпилось. Людей много очень. Надеюсь, у меня получится вам показать все, но я постараюсь. Мы забрались на второй этаж, и мы хотим проверить, куда нам идти. А, да, нам сюда, походу. Да, нам сюда.
люди здесь, конечно, видимо-невидимо. Но так нам сюда. Теперь спускаемся на первый этаж. Здесь такие потолки странные. А люди не знают, зачем сидят. А здесь столовая. Или фудкорт. Ну, типа такого. Здесь круто. Перекусить можно. Везде можно перекусить. Люди о нас заботятся. Сейчас главное камеру не уронить. Здесь мне дали вот такую штучку. Вот. Я здесь в данный момент не одна, я с папой. И мы с ним направляемся прямо. Мы дошли до места назначения. Но здесь тоже типа столовой. Теперь идем смотреть. Здесь какая-то машина. Непонятно. И здесь машину, но говорят не трогать. Наверное, это не входит в выставку. Может, и входит. И первое, куда мы пришли, это какой-то трактор. Это для трактора вставляется, и что-то надо делать. Здесь апельсины. И получается соки, наверное. Мы пока не знаем. Еще один трактор. Здесь машинки какие-то. Папа, нам далеко еще? Короче, здесь безопасно, но будем надеяться. Здесь все. Ну, походу, мы еще не совсем дошли. Но нет ощущения, как я вижу. По ассортименту там по расходке тебе, по-моему, все есть, да? Корова тут какая-то. Уже вошли где-то почти или весь зал. Мы посмотрели весь зал, но пока не нашли. И идем смотреть дальше.
люди ходят, подходят к всему. Мы пока не подходим. Здесь всякие журналы продают. Зачем нам журналы? Все-таки. Мы сейчас переходим в другой зал. Мы, наверное, были в зале Б, сейчас переходим в зал А. Все, мы, кажется, зайдем в этот зал. Надеюсь, там будут животные. Здесь картошки всякие продают. Здесь все. Здесь какая-то для радуга, здесь всякие груши, грибы, варенье, сметана, молоко, масло, что, конфеты, мука, жвачки, дебинки всякие. Макароны. Они... Очень много всего. И хлеб. И сгущенка. Была. Это страна Россия. Здесь из разных стран все. Здесь осы и много меда. Осень, джунгли. Здесь страна Дагестан. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь вот такие игрушки. Это чай. Сейчас посмотрим. Масла, торта. Ой. И сосиски, колбасы разные. И... Здесь компоты и варенье. Ну и соки. Здесь, я не знаю, что это такое. Какой-то урбеч из семян. Ну, здесь обычные напитки. А здесь рыба. Здесь можно попробовать колбаску.